Приветствую, друзья! В этом видео я хочу показать вам очередной фокус, который называется мастер. А что умеет мастер? Мастер умеет все. Ну что же, для начала давайте колоду нашу перетасуем хорошенечко. И теперь я возьму бубнового туза. Я нашел бубнового туза. И я этого туза отложу вот сюда вот сейчас. Вот прям на это самое место я его сейчас отложу. Смотрите. Оп! Отложили туза. Теперь мы перетасуем. Так вот, все делаю это хорошенечко. Прям вот офигенно. Прям. Так, перетасуем все это дело. И теперь я возьму червового туза. Червового туза я вот сюда вот тоже положу. Вот прям на это самое место я его сейчас уберу. Сюда. Это будет у меня туз черви. Давайте еще разочек перетасуем как следует. Так вот. Вот так вот хорошо. Вот я люблю качественную тасовочку, когда картишечки прям все перетасовались. Вот так вот прям. Теперь я возьму пикового туза. Пикового туза я вот сюда вот положу, прям вот на это самое место. Вот так вот возьму и положу его. Еще разочек перетасуем как следует. Вот так вот. Ой, мама. Вот так вот перетасовали. Теперь я возьму свой волшебный карандаш и превращу этих тузов в тройки. Да-да, в самые обычные тройки. Для этого я поколдую вот так вот. И тройки, точнее и тузы, на самом деле превращаются у меня в три дамы. Вот такой вот прикольный и немножко придурковатый фокус, который называется мастер. Ну что ж, теперь давайте посмотрим, как его выполнять. Здравствуйте, друзья! Продолжаем наши уроки. И в этом уроке мы научимся такому чудаковатому фокусу, который называется мастер. И этот фокус, он в стиле... Вот Ленар Грин, если кто не знает, есть такой фокусник. Ленар Грин, он как раз любит показывать вот такие вот чудаковатые фокусы, где он дурачится, там якобы роняет карты, ну, по-всяческому придуряется, но в итоге получается прикольный трюк. Вот этот вот трюк мастер, это как раз, не скажу, что Грин его исполнял, потому что я не знаю, возможно, исполнял вполне, вот, но он такой вот именно в духе Ленарда Грина как раз. Может быть, он его и придумал. Итак, для этого фокуса нам нужна небольшая подготовка, а именно, на низ колоды мы кладем... Давайте, наверное, с пик начнем, пиками завершим. Даму пик, тройку пик. Далее, дама черви, тройка черви. Дама буби, тройка буби. Далее мы говорим, что потасуем колоду, да, то есть перетасовываем ее всяческими способами, там тык-тык-тык, но внизу карты нам необходимо сохранить. То есть контроль нижних карт нам необходимо сделать. Итак, потасовали, да, и говорим, что сейчас я нашел туза буби. То есть вы вот эти вот индексы вот так вот руками закрываете и показываете только середину. Ну, насколько мы помним, да, туз буби это одна лишь бубновое изображение вот это бубей посередине, да. Поэтому зритель думает, что действительно, наверное, туз буби. Но вы, когда показываете, немножечко вскользь специально пальните это место, чтобы было видно, что здесь не туз буби. В первый раз, в принципе, можно не палить. Можно показать вот так вот. Потом я переворачиваю, делаю сдвиг. Сдвигаю эту карту нижнюю, да, вот так вот пальцами, раз. На самом деле, и достаю бубы, новую даму. Хотя говорю, туза я положу вот сюда положу туза. Далее, я захватываю колоду, то есть у меня нижняя карта сдвинута. Я беру ее вот так вот на брейк. Захватываю вот так вот. Делаю свинг-кат под снятие, раз. Кладу ее, эту карту наверх и сразу же возвращаю это наверх. То есть я карту вывел наверх, а следующие карты у меня остались снизу. Также мы можем теперь сказать, давайте потасуем хорошенечко. То есть перетасовали, да, взяли вот эту полностью всю колоду, прогнали. На нее полностью прогнали следующую и вот так вот положили. Скажите, что я очень люблю, когда карты хорошо перетасованы, да. Я вот так вот сейчас их прям перетасую.
Как следует. Вот так вот, да, 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 детки. Вот так вот мы их перетасуем. И я нашел червового туза. Червового туза я тоже сейчас уберу. И вот так вот здесь уже можете немножечко даже спалить, вот так вот чуть приоткрыть, чтобы было видно, что там не туз. Если вам кто-то начнет что-то говорить, просто скажите: не перечь мастеру, я знаю, что делаю, сынок. И после этого также перевернули. Нижнюю карту сдвиг. Даму достали. Дамочку положили. От этой карты избавляемся снова таким же методом, да? То есть единственную вот эту нижнюю, только нижнюю одну карту берем на брейк, делаем свинг-кат, кладем ее наверх и все это дело вот так вот возвращаем. То есть в итоге у нас еще две тройки наверху и следующая дама, тройка заряжена. Снова мы тасуем нашим полюбившимся методом вот этим вот, да? Потасовали, можете потасовать даже вот так вот, то есть взять вот так вот, потасовать, вот так вот, потасовать, все это вместе сложить, сказать: вот, отличная тасовочка. Теперь говорите: я возьму пикового туза и положу его, и здесь уже прям вот в цвет открываете, положу его вот сюда, прям вот сюда, на это самое место положу туза. Далее перевернули карты, сдвинули, снова вынули дамочку, положили ее наверх. Далее опять можно вывести наверх, можно уже этого в принципе не делать. Потом можете сказать, что сейчас потасуем еще раз. Можете вот таким вот таким дурашливым прям вообще методом потасовать, чтобы все из рук развалилось, все повыпало, в сторону это убрали. Сказали: а теперь я возьму этот волшебный карандаш. Или что у вас там, волшебная палочка. И превращу эти тузы в тройки. Ну, зритель думает: ага, там-то тройки уже мелькали, что он мне голову-то дурит, какие тузы, тройки тут уже лежат. И вы начинаете колдовать. И после этого переворачиваете, а здесь уже три дамы. Вот такой вот фокус от Ленарда Грина. Как я думаю, от Ленарда Грина. Ну что же, на связи с вами был Куликов Сергей, он же моряк, и сайт «Фокусы от моряка». До встречи в следующих видео. Пока.